Главное в том заключается, что в руководстве Украины по-прежнему, я твержу об этом несколько лет, остается огромное количество российских агентов, завербованных то ли в советское время, на излете советского времени, то ли уже во время новейшей истории Украины. Эти агенты, многие из них находятся, в общем-то, у руля страны, и они по-прежнему вредят Украине. Все эти годы.